8 июля 2016 года, Москва. В этот день на Красной площади стартовало знаменитое международное ралли «Шелковый путь». КАМАЗ – это наш базовый автомобиль российской армии, народного хозяйства. И, конечно же, нам очень важно, чтобы КАМАЗ достойно выступил. Ралли проходит по территории России, Казахстана и Китая. Финиш намечен на 24 июля на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. Участникам предстоит преодолеть более 10 тысяч километров через 15 городов трех стран. За победу поборются 110 внедорожников и 27 грузовых автомобилей, среди которых знаменитые большегрузы КАМАЗ. А также джипы легенд мирового ралли Стефана Петеранселя, Себастьяна Леба, Сириля Депре.